Вітаю шановних краян. В ефірі програма «Слобожанщина слова». Сьогодні тут в студії Колес ТВ ми зустрічаємося з поетесою, громадським діячем Світланою Горбуновою-Рубан. Світлана Олександровна, хочу начать с вашего стиха, который актуален сегодня в преддверии новых выборов в местные советы. Предвыборная ода кандидата в народные депутаты Верховной Рады Украины. 94-й год. Ненавижу просить, отнимать ненавижу. Только нет моих сил, когда все это вижу. Нищету и болезнь, пострадавшие душу и тело. Здесь не время жалеть, нужно браться за дело. Мысли разные, планы большие и малые. Перестроить державу, переделать страну и закон. Только это все время. Ну, а нужно на завтра. Нужно очень спешить всем, кто с этой болью знаком. Не ругайте меня, бизнесмены. Не броните меня, коммерсанты, что мелькаю пред вами и все время о чем-то прошу. Только твердо я верю, доживем мы до завтра. А сегодня поклон всем я вам приношу, тем суровым и гордым, что дают мне, ругаясь, копейку, тем великим и добрым, что сумели понять и принять нас, служителей сердца, вступающих в распри со смертью, нас, чиновников горя, что умеют терпеть и стоять до победной черты, когда смерть от дитя отступила, до натянутых нервов, когда давит людской пересуд, до мечты, когда сердце становится истинно милым, до любви всевселенской, когда люди друг к другу идут за поддержкой, за дружбой, за чьим-то людским пониманием, за простою мечтою, когда все мы кому-то нужны, за счастливой надеждой, за помощью, за ожиданием лучших, теплых дней свободы, любви и весны. Я представляю орган местного самоуправления, я являюсь частью местной власти, я являюсь частью местной политики, в первую очередь политики социальной, поэтому я могу вам сказать только одно. Вот начиная с 94-го года, когда в моей жизни, в моей голове появилось это стихотворение, я все время спешу сделать то, что сделать могу. Для людей, которые нуждаются в помощи, для людей, которые оказались в беде, для людей, которые обратились с тем или иным вопросом. И, наверное, это и стало моей жизненной философией, чем я дорожу, чем я в определенной степени горжусь и что боюсь утратить. Поэтому, знаете, что бы ни происходило, какие бы катаклизмы ни происходили в стране, в государстве, в нашем городе, я все время буду хранить то, что держит меня на этой земле, и то, что соединяет меня с людьми, в первую очередь с харьковчанами. Светлана Александровна, скажите, что для вас поэзия? Это громоотвод от того, что вот неурядиц каких-то бытовых и государственных, или это просто зов души? Ой, вы знаете, наверное, это больше, чем громоотвод и больше, чем зов души. Это часть моей жизненной философии. Возникает ситуация, когда я понимаю, что все то, что у меня накопилось внутри, я должна как-то выговорить, выписать. Вот это, наверное, тот случай, когда это громоотвод. А потом, когда это все выписывается и выговаривается, в любом случае у меня возникает необходимость оценить то, что произошло, и я понимаю, что то, что я написала, это часть моей жизненной философии. А потом, когда ко всему этому присоединяются люди, ну, с которыми я делюсь этим всем, я читаю стихи, я выпускаю сборник, я даю возможность людям ознакомиться с моей поэзией, я понимаю, что это уже становится чем-то не моим, а чем-то таким, что уже принадлежит не мне. То есть здесь очень много граней по поводу того, что для меня является поэзия. Наверное, часть моей жизни. Вы когда-нибудь вот возвращаетесь к старым стихам и сравниваете вот ситуацию, которую вы как бы предвещали, и со сбывшимися вот нынешними нашими
реалиями? Ну, начнем с того, что мы вернулись к моим стихам, начиная нашу с вами встречу. 94-й год, и по большому счету они актуальны сегодня, потому что те переживания, которые мне сопутствовали теперь уже в далеком 94-м, они остались и сегодня. Я хочу сказать, что у меня есть стихи, опять-таки, я сейчас вот подготовила тут некоторые стихотворения. Вот у меня есть стихи, допустим, которые еще не опубликованы нигде. Но написано это стихотворение в 2004 году. Через 10 лет после вот того, что я прочитал. Да, спустя 10 лет, да? И за 10 лет, за 11 лет до дня сегодняшнего. Сказать, что я стихи пишу, это было бы неправильно. Я их записываю. То есть возникает какой-то момент, какой-то эмоциональный такой пик, когда возникает необходимость, ну что ли, закрыться и начать думать. И вот в этот момент возникают стихи. Ну, в основном это ночью, как ни странно. Я когда спать ложусь, я кладу блокнот, ручку. Ну, во-первых, мне это нужно для работы, потому что в любое время суток может раздаться какой-то звонок, на который я должна отреагировать. Ну и плюс, вот если стихи пошли, то надо вставать и записывать, потому что если поленилась и не записала, утром я их уже не помню. Есть и такие ситуации. Вот оно пришло, это стихотворение, в 2004 году. Я его когда прочитала, думаю, ну как-то где-то резко, где-то очень откровенно, где-то очень патетично, да? Я его отложила, я его сразу не поняла, вот, откуда, почему оно пришло, почему оно, я его записала. А потом я вот готовилась к последнему творческому вечеру, он был 26 апреля в Бейдане. И перебирала, у меня есть такая архивная папочка, куда я складываю какие-то свои мысли. И перебирала эту архивную папочку, и вдруг мне попался черновик, на котором еще от руки, даже на компьютере его не набирала, написано это стихотворение. И я его начала читать, и поняла, что, наверное, пришло время его озвучить. Поэтому, если вам интересно, я готова это сделать. Не вписалась я в эту жизнь, в этот мир. В это множество мнений не вписалась, а значит, держись. От врагов, от друзей, от сомнений не вписалась. И это факт. Жаль детей, всех, кто близок и дорог, потому что от жизни моей есть у них лишь проблемный ворох. Не сумела понять, чем живут те, кто судьбы и жизни решают. Поняла. Никогда не поймут и меня, никогда не узнают. Все, что честно хочу совершить, называют предательством, тупостью. Все, что нужным считаю любить, называют безумством и глупостью. Я устала, я думаю плохо. Я почти не могу отличить зло от глупости, крика от вздоха, а убийство от слова лечить. Как мне быть? Помоги мне, Всевышний, научи, как все это пройти. Дай достойные добрые мысли на кровавом и грязном пути. Как мне жить? Как любить? Как работать? Как понять этот рвущийся мир? Как вернуться к житейским заботам? Как узнать, где боец, где кумир? Все смешалось, и правда, и трусость, друг с врагом, а святое с чужим. Нас накрыла вселенская глупость и тоска по свершениям былым. Дай мне силы, Всевышний, дай разум, дай желание все это пройти, и тогда всей вселенной, все разом мы пойдем по другому пути, по пути созидания и нравственности, по пути милосердия и чести. Дай мне силы и дай мне разум, чтоб пройти этот путь всем вместе. 2004 год. Знаю, что у вас есть не только вот такая гражданская поэзия, есть и место лирики. Есть у вас что-то из последнего написано именно в таком лирическом ключе? Ну, во-первых, с лирики начиналась вся поэзия. Ну да. Конечно же. И ваша в том числе. Да, и моя в том числе, конечно же, это девичьи эмоции, женские эмоции, что-то такое, что
заставляла это все писать, выкладывать на бумагу. Что-то последнее. Вы знаете, как-то в последних стихах вот и лирика, и какие-то такие патетические нотки. Вот чисто лирики, наверное, нету. Ну да. Наверное, это уже признаки, так сказать, жизненной мудрости, когда смешиваются все вот эти вот личные эмоции с тем, чем ты живешь, для чего ты работаешь, что ты делаешь. Вот я написала стихотворение: «Я ничего от жизни не прошу, кроме того, что я уже имею. Я не ропщу, не ною, не грущу, я с тем, что есть, вполне прожить сумею. Я ничего ни от кого не жду, все есть, всего достаточно, все рядом. Я не впущу в свой тихий дом нужду, я не впущу в себя дурного взгляда. Спасибо, Господи! Спасибо, люди и начальство! Спасибо, дети, муж, друзья и родственники! За жизнь мою, за радость и за счастье! За то, что все вы есть! Спасибо, Господи! Пусть светит солнце, птицы прилетают, пусть люди любят землю и родных, пусть женщины детей своих рожают, ведь жизни нет и счастья нет без них. Пусть этот день подольше будет с нами, как добрый день, как вестник добрых дел. Пусть не погаснет в нашем сердце пламя, и каждый сделает все то, что он хотел. Построит дом и вымостит дорогу, деревья посадить и сделать мост. На первый взгляд совсем, совсем немного, и план как будто бы банально прост. Но если все дома и все дороги, все улицы, все парки, все мосты поставить рядом, это будет много. И вот тогда счастливым будешь ты. Цвети, мой город, мой любимый Харьков. Растите дети, внуки и друзья. Возьмемся за руки, и небу станет жарко. Ведь Харьков – это он и ты. И я. Я очень люблю стихи, которые я посвятила своим детям, внукам. И это стихи, которые писались на протяжении длительного периода, то есть такими вот небольшими стихотворениями. И они в конечном итоге вылились, ну, вот в целую такую вот длинную строку. Я просила у осины: подари, осина, сына. Но ответила осина, что не даст она мне сына. Я пошла к небесной сине и сказала: дай мне сына. Но ответила мне синь, что еще не вырос сын. Я пошла к капустным грядкам и сказала листьям сладким: у осины я просила, и у сини я просила, но ни синь и ни осина не хотели дать мне сына. Я тебя сажала густо, дай же сына мне, капуста. Ответила капуста: у меня ведь тоже пусто. Родилась красотка дочка, я на том не ставлю точку. Дни прошли, промчались годы, в день морозный, небом в синь, с песней в южной непогоды у меня родился сын. И живут, как два росточка, меж друзей и синевы, сын крепыш, красотка дочка, я на том не ставлю точку, ведь живем на свете мы. Набежала июньская тучка, у меня родилась чудо-внучка. Представляете, сколько лет прошло? Ну да. Жизнь великий подарок вручила, чтоб любила ее и учила, чтоб всегда была с нею рядом и словом своим, и взглядом, чтоб учила любить и смеяться, ничего на пути не бояться. Опять проходит время. Годы-годы, какая печаль! Мы стареем, коль есть у нас внуки, но себя мне нисколько не жаль. Это были волшебные звуки. Дождь шумел, тихо падали листья,
осень нас одарила теплом. Внук родился, мальчонка чудесный родился. Мир откликнулся радостью, счастьем, добром. Стих не может быть вечным, его я на этом закончу. Был он радостной песней, и гимном прошел по судьбе. Будьте счастливы, дети и внуки, живите спокойно на красивой земле, на любимой, красивой земле. Будьте счастливы, дети и внуки, живите спокойно. Целый мир вам и сердце свое отдаю. Верю я, вы по жизни пройдете достойно, и любовь, и мечту пронесете мои. Думаю, что в этой жизненной такой вот поэме даже, можно сказать, она превратится в поэму. Будут это еще продолжения, что там можно поставить в конце многоточие. Будут еще и правнуки, желаю вам их дождаться. Уже есть. Уже есть, да. Вот. И праправнуки, чтобы были и в долголетии вам, и творческого, и жизненного. Светлана Александровна. Спасибо большое. Це була програма «Слово женщина. Слово», в якій ми зустрічалися з харківською громадським діячем, поетесою Світланою Горбуновою-Рубан.